Где работает папа и мама? Как делают мебель? Об этом не только узнали дети сотрудников мебельной фабрики «Мастер», которая находится во Фрязине. Вот уже 12 лет предприятие специализируется на производстве корпусной мебели для дома. Современное оборудование, удобный сервис и актуальный модельный ряд – приоритеты компании в работе с партнерами. Главный же приоритет в жизни каждого ее сотрудника – это, конечно же, дети. В преддверии 1 июня – Международного дня защиты детей. Их пригласили в гости на экскурсию. Любое производство начинается с техники безопасности. Поэтому, прежде чем вступить на территорию цеха, дети надели яркие жилеты и прослушали инструктаж. На экскурсии ребята узнали о том, как древесина становится мебелью. Каждый этап производства детям оказался интересен по-своему. Узнав теорию, они получили возможность овладеть и практическими навыками. Компания предоставила им возможность самим собрать табуреты, которые юные экскурсанты забрали к себе домой. 6-летняя Ася побывала у папы на работе впервые и поделилась с нами впечатлениями. Круто! Мне больше всего понравился станок, который делает автоматические отверстия. Кульминацией же программы для детей стало химическое шоу. Разбить розу об каску легко. Раз, два, три! Конкурсы, танцы, воздушные шары, сладкие угощения и подарки. Что еще нужно, чтобы детский праздник удался? Очень счастлива, что сегодня получился такой замечательный праздник. Увидеть улыбку у детей – это самое главное, что может быть. Благодаря сплоченному коллективу, правильным корпоративным ценностям, компании удалось за годы работы на рынке добиться впечатляющих результатов. Сегодня продукция мебельной фабрики «Мастер» реализуется в 79 регионах нашей страны. Мы не останавливаемся, естественно, на достигнутом. Мы с каждым днем становимся все лучше, совершенствуем, модернизируем производство, совершенствуем условия труда для сотрудников. Это самое главное, что сегодня должно быть на каждом предприятии. И, конечно же, всегда мы рады новым сотрудникам. Проводим обучение, улучшаем условия труда. Это непосредственно наша на сегодняшний день задача. У руководства предприятия большие планы и расширение производственных мощностей – одно из приоритетных направлений. Поэтому коллектив будет рад принять в свои ряды людей, которые к делу будут относиться так же ответственно, как и к воспитанию детей. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.